Так, всем большой привет! Сегодня видео о посылке выигрыше на YouTube. Вот такая посылочка. Спустилась в почтовом ящике, увидела извещение, была в шоке. Динат, ты мне говорила, что будет идти месяц. Видишь, как не месяц, как получается. Так, вот так как-нибудь сделаю. Короче, Брюс. Сейчас я ее открою. Такая интересная марки. Тоже это у нас то, что вспомнить. Так, отойди. Мне не удалось прочитать. Сейчас открою. Так, открываем. О, пакетик. Да. Вот он, пакет. Презент. Выиграла я его в конкурсе. Так, это коробочки, чтобы не болтыхалось. Сейчас мы с вами посмотрим. Это Брюсу. Брюс будет играться. Скраб очищающий. Абрикосовые косточки. Да-да-да, у меня такой есть. Скраб номер один в России. Теперь у меня будет еще один. Далее. Атифраше. Это... Что ж это такое? Что-то такое гелевое, на русском я не вижу, что это. 3 минуты. Маску, маска, наверное, эффект. Гренбери. Если что, напиши мне, пожалуйста, что это. Это, наверное, маска. Спасибо, супер. Вот. Гель для душа от Ифраше. Мне очень нравится их гель для душа. Так, какой же это аромат? Роза. Замечательно, супер. И вот такой вот гель. Тоже от Ифраше. Расслабляющий гель для душа. Лаванда и Прованс. Классный. Ихние гели вообще суперские. Все, и пакетик у меня теперь. Такой красивишный. Похож на эйвонский. Ну, тут вроде как не написано, не знаю. Спасибо большое тебе, Динат. Куда я снимала, непонятно. Выиграла я в конкурсе, не просто посылка там, да, а вот все как надо, просто в конкурсе выиграла. Большое спасибо. Мне очень приятно, я буду пользоваться. Наверное, это маска. Пока не знаю, я думаю. Все, спасибо большое. Просто супер. Всем пока-пока. Ссылочку на канал Динат я оставлю в инфобоксе. Переходите на ее канал, смотрите ее видео, хорошая девушка. Особенно мне понравилось видео, информативное такое для меня. Почему я стала смотреть ее видео? Это там, где она рассказывала про то, как она лечит своих деток, чтобы они меньше болели. Там было видео про этот, как его, дышать этот, как же он? В горло. Вот я тоже недавно делала. В общем, небулайзер, да, про ингалятор. Динат, ты, наверное, меня поймешь. Вот это видео мне, конечно, вообще, оно мне очень понравилось. И с того видео я стала смотреть твои остальные выпуски, да. Поэтому всем добро пожаловать на ее канал. Спасибо за подарки. Пока-пока.